Здравствуйте! Меня зовут Людмила Мулинцева. Я директор компании «Арифлейм». Являюсь потребителем нашей продукции вот уже 12 лет. Строить свой собственный бизнес с нашей замечательной продукцией – одно удовольствие. Продукт высокого качества и по доступной цене. Главное – вовремя и грамотно проинформировать своих любимых потребителей. «Арифлейм» – это бизнес отношений. А продукт «Арифлейм» – это возможность вступить в эти отношения. Через продуктовую коммуникацию в чатах мы выстраиваем эти отношения, общаемся, информируем, объясняем, помогаем сделать выбор. В нашей команде активно работают два чата – общий чат «Добро пожаловать» и чат «Клуб Wellness Life». Ежедневно менеджеры и партнеры скидывают в чат обзор по каталогу или пост с личными ощущениями по продукции, демонстрируют любимые продукты, показывают фотографии первых заказов, выкладывают видео с результатами от применения того или иного продукта. И мы видим моментальное повышение активности, комментарии в чатах, звонки, вопросы с уточнениями от наших потребителей. Особое внимание нашим клиентам мы уделяем в постпродажный период путем опросов. У каждого потребителя есть свои потребности. Что-то отсутствует, в чем-то нуждается, есть какая-то проблема. Наша задача – встать на его место, понять его и выявить их. Для этого мы создали анкету и ведем анализ каждого. Мы знаем точно, сколько лет нашему потребителю, семейное положение и дату рождения каждого члена семьи, предпочтения и увлечения и так далее. В период межсезонья мы устраиваем свои акции активности для команды, увеличиваем тем самым средний балл. Для этого мы дарим продукты из бьюти-бокса за заказ на 50, 100, 150 баллов. Практика показала, что люди охотнее и проще делают заказы на 50 баллов. Компания создает нам портфель продуктов, а мы должны четко знать преимущества этих продуктов и доносить это до наших потребителей. Грамотно и правильно представляя продукт, мы убираем вопрос о цене. Важно продать ценность продукта, а не цену. Для этого заранее мы изучаем ассортимент, преимущества, пишем интересные обзорные статьи с фотографиями, размещаем в соцсетях. Ссылки дублируем в продуктовых чатах. Это дает нам новый приток людей из соцсетей. Информацию берем с просторов интернета. Основной источник – это канал в Telegram от компании, канал о красоте и красивой жизни, канал «Комплексный подход к красоте» и YouTube-канал «Арифлейм Россия». Покупая косметику, женщина желает быть красивее, моложе и увереннее в себе. Мы продаем не тушь и не помаду. Мы продаем красоту, надежду, уверенность, достойное отношение женщины к себе и к окружающим. И если наш потребитель в итоге остался доволен, то в следующий раз не возникнет вопроса, к кому обратиться. Ведь мы оправдали его надежды, помогли, позаботились, сэкономили его время. Работая с людьми посредством продуктовых чатов, мы видим, как растет команда, увеличивается товарооборот, повышается средний балл и выстраиваются отношения. Ценность нашей продуктовой коммуникации в человечности, в заботе, в горящих глазах, в радости и в благодарности наших клиентов.